Свободное пространство на месте нынешнего Мэдисон-сквера существовало в Нью-Йорке с конца 17 века. Однако официальное открытие общественного парка, названного в честь четвертого президента США Джеймса Мэдисона, состоялось лишь в середине 19 века. Вскоре Мэдисон-сквер стал центром одного из самых элитных районов Манхэттена. В 1990-х годах парк Мэдисон-сквер пришел в упадок. В плохом состоянии были асфальт и газоны. Фонд городских парков приложил массу усилий, чтобы привести сквер в приличное состояние. Работы по восстановлению Мэдисон-сквера обошлись в 6 миллионов долларов, из которых около 2 миллионов пожертвовали частные фонды. Скамейки, фонтан, декоративные элементы были во многом воссозданы такими, какими они были в XIX веке.